Алло, привет всем, это я. Я хотела записать сегодня видео. Залезла здесь на нашу горку, здесь вот церковь, здесь домики. И с одной стороны траву косят, а с другой стороны идет концерт. Слушайте, я хотела записать фильм о социальном поведении. Что это такое? Кто такие люди, которые так ведут себя некрасиво, асоциально? Это те, кто не может находиться в обществе, не может работать с людьми вместе, не может дружить, не может общаться, ведет себя как-то негативно, да, что люди говорят, ну что вот это вот неправильно. Нормально, люди так себя не ведут. Но наверняка у этих людей, которые себя так ведут странно, у них там в детстве были какие-то причины. Какие-то причины, почему они себя так ведут. Вот он ко мне приближается, этот мужчина со своей косяркой, газонокосилкой. Слушайте. Может, пройдем на ту сторону, там, может, в уголочке будет тише. Вот эти люди со социальным поведением, они когда с ними знакомишься, они в первую очередь вызывают жалость. Потому что, когда знакомишься с таким человеком, он начинает тебе рассказывать, что родственники от него отвернулись, не хотят с ним общаться, а что дети не хотят общаться, там, например, дочка где-то живет недалеко, не приезжает, ничего там не любит, не жалеет, не вот такой вот. На работе там коллеги все время свинью какую-то подкладывают. Там, если был муж, например, если эта женщина рассказывает, то обязательно этот муж ее колотил, ну, наверняка, потому что было за что. И вот такой человек, он сначала вызывает жалость. Вот, и поверьте, если вы решили спасать такого человека, запомните, его уже спасали 100 раз. И с вашего спасения выйдет только одно. Вы через какое-то время очень сильно разочаруетесь. Потому что это спасение ему нахер не нужно. И то, что он одинок, как можно сказать, по собственному желанию. И вот, что хочу сказать. Вот эти люди, они такие прикольные. Вот с ними никто не дружит. Вот, например... Я знаю пример, вот последний раз встретилась женщина, которая живет 17 лет в Германии, у нее ни подруг, ни друзей, вот она сама вот в этой квартире своей, дети там повырастали, уехали, даже знать ее не хотят. И вот все пробуют ее спасти. Но с этими людьми, которых спасаешь, да, они просто... Почему они такие, да, социальные? Они не умеют вести себя нормально, не вести себя нормально, они могут... жить и работать рядом с другими людьми. Например, такой человек, он тебе никогда не уступит. Например, если ты поедешь с ним где-то на экскурсию, что-то посмотреть в какой-нибудь город, вот тебе придется всю дорогу делать то, что он хочет. Он не пойдет туда, куда тебе хочется. Он будет тебя тащить только туда, куда ему надо. Он не будет думать о твоих каких-то потребностях. Потребностях, да, или как-то там по-русски. Вот это его вообще не будет интересовать. В этой жизни он только один, и только вот все, что относится к нему, вот это вот важно. А то, что вам там надо, вот это как-то будет все проходить мимо. Да, что я хотела сказать. Такие люди не уступают. И знаете, я вот заметила с такими людьми, они вот нахер никому не нужны, такие люди, но они очень сильно беспокоятся о своем здоровье. Знаете, да? Вот такая вот фигня. Здоровая еда... там купаться в каких-то солях, не солях, пивах, не пивах. И вот знаете, вот ты смотришь на человека и думаешь, вот нахера ты вот это делаешь? Вот ты же вот, извините, умрешь, и, блядь, про тебя вспомнят через год, может, через полгода. Или твои соседи заметят, что он стал обонять на твоей лестничной площадке. Вот, а они так себя берегут, и вот я очень много, почти, ну вот 90% это точно, они настолько... Вот они не пьют кофе, они не пьют кока-колу, потому что это вредно. Едят кашки на завтрак, моются только вот натуральным мылом каким-то, вот чтобы не дай боже, не дай боже. И так вот, если вы встретили на пути такого человека, то лучше не связывайтесь. Лучше не связывайтесь, разочаруйтесь, потерпите, а потом и так нахер пошлете, как и все остальные это делают. А если вы такой человек, валите к психологу. Если вы видите, что с вами не хотят общаться, там общаются там месяц-два, а потом на вас болт забивают. Ну, это вот надо, короче, искать причину в детстве. В детстве наверняка было это сформировано. Там вот детки разговаривают. Вот, посмотрите, какая у меня живописная деревушка.
Вот так вот. Все. Всем привет. Целую всех. Давайте. Всем пока.